Аким области Умдасын Уразалин с рабочим визитом посетил Атикибийский район. Глава региона ознакомился с работой фермеров, побывал на полях, а также встретился с жителями сел Кункудык и Тулыбай. Сельчане рассказали о потребности в голубом топливе. Аким области пообещал, что до осени будут отремонтированы дороги, а к концу года решится вопрос с газификацией. Это одно из крупнейших хозяйств района. Оно занимается выращиванием зерновых культур. Общая площадь посевных площадей превышает 14 тысяч гектаров. К слову, в районе первыми начали применять влагосберегающие технологии. В прошлом году, несмотря на засуху, аграриям удалось получить хороший урожай. А фермеры, обеспечившие работы порядка 200 человек, рассказали о текущем состоянии дел, в частности, о том, как проходила посевная кампания. Презентовали главе региона обновленную технику. Жизнеспособных стеблей есть. Ну, здесь уже гораздо больше, не отсюда. Вот. Поэтому получается, в нашей зоне рискованного земледелия, где влагодефицит наш ощутимый, в это время мы, получается, всю весенне-зимнюю влагозарядку, вот эти растения уже себя впитали. Полностью себя впитывает, да, уже, да, так, да, сказать, и уже в рост уходит. Уже и на, на всход, и на кущение, и на колос практически, вот если здесь обратить внимание, здесь влага буквально вот 7-8 сантиметров влага есть. С учетом нынешних дождей майских. Да. Вообще шикарно получилось. Вторичные корни, значит, прям мечта любого агронома. Вторичные корни мощные. В селах Кумкудук и Тулыбай прошла встреча с населением. В ходе мероприятия аким области доложил об основных социальных и экономических показателях региона, а также перспективах дальнейшего развития, в том числе сельских населенных пунктов. Ундасын Уразалин внимательно выслушал граждан и ответил на их вопросы. От Актобе 400 километров, от районного центра на расстоянии 100 километров проживаем, перемещаемся только на такси. 80 тысяч тенге уходит, чтобы съездить в областной центр, 3 тысячи до Хромтау. Это бьет по карману, хотим, чтобы вы обратили на это внимание, может, цену снизят. Одна из мер – это, конечно, хорошее состояние дорог. Соответственно, таксистам станет намного легче передвигаться. Подрядные организации сейчас работают в полную силу. До осени закончат работу по строительству дорог. Гульдана Халиенкызы, Самат Халикенов, телеканал Актобе.